Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить картофельные ньокки. Я вам расскажу сейчас, что для этого понадобится. У меня сейчас в скороварке варится картофель. Вот она издает такие звуки как раз, если вам слышно. Сброс давления идет. Картофель сейчас будет готов. В дополнение к картофелю я беру натертый сыр. У меня моцарелла. Конечно, очень хорошо туда подойдет сыр пармезан. Но у меня моцарелла для пиццы. Яйцо, мука. Муку можно заменить картофельным крахмалом. Соль по вкусу. Сыр я натерла вот на такой очень мелкой терочке. И мне понадобится пресс для того, чтобы размять картофель. Картофель отварился. И теперь его нужно прям горячим быстренько очистить. Не ждать, пока он остынет. Картофель я очистила. Напоминаю, что картофель должен быть горячим. Картофеля у меня 600 грамм. На это количество картофеля я возьму 120 грамм сыра и одно яйцо. Вот такой получился у меня картофель. Теперь я сюда добавляю, он горячий, добавляю сыр. Хорошо его вмешиваю. Сыр немного соленый, поэтому соли нужно взять с учетом того, что сыр уже имеет в своем составе соль. Яйцо. И соль по вкусу. Теперь нужно из этого сделать тесто. И вот теперь нужно добавлять крахмал или муку. Я возьму 3 ложки. И аккуратно замешиваем. Тесто мукой забивать не нужно, нужно только так, чтобы оно хорошо слипалось. Вот. Из него должен получиться такой шар. Теперь можно тесту дать немножечко отдохнуть. Теперь нам нужно разделить тесто. Вернее, не тесто, а нашу массу. И сформируем из нее жгутик. Можно немножечко подпылить мукой. Делаем колбаску и нарежем ее на кусочки. Формируем шарик. Затем можно пальцем, а можно взять какую-то
Вот у меня, допустим, вот такая мерная ложечка на пол чайной ложки. Мне очень удобно делать ей. Вот так. Вот так это у меня получается. Готовить ньокки будем в принцессе. Я ее включила. Я беру сливочное масло. Как всегда, когда я готовлю в принцессе что-то, жарю на масле, я выкладываю в середину, а потом раздвигаю, потому что масло, видите, течет туда. Через 7 минут я их перевернула, вот который я не перевернула, он в середине. Вот так это получается. Это вкусно. Попробуйте, приготовьте. Вам обязательно понравится.